Здравствуйте, друзья! Мы находимся на Whisky Live. На Вине 2019 год, это пятый по счету, Whisky Live уже проходит. Был год 2017, когда не было. Конечно, красивые, сейчас в Евровидении проходит. Здесь есть туристы не так много, место достаточно большое, но не ощущается очень много людей. Мне даже это очень нравится. Включает нас магазин, где можно купить разные вещи. Конечно, вход из Кеннион, как бы торговый центр большой, здание Азриэль и Тель-Авив, почти центр. И, конечно, перекусить. Все очень серьезно тут. Есть любые вещи, жарочки разные. Хумусы, там, я не знаю, что, швармы. Все это как готовят, это питу, короче. Это вот чисто израильское приготовление еды. Все. Выглядит очень вкусно. Так, это мясо. Бежимся быстро по разным. Видим, виски, так, это Best in Show. Здесь можно попробовать разные виды висок и сказать, какой лучше. Потом в конце будет комната. Присутствует одна пивоварня, Шевек, новая. Скоро они начнут делать так же. Очень, кстати, популярно, оказывается. Это Whisky Live. Здесь есть другие алкоголи и постоянно есть люди. Холодное пиво, жаркую погоду. В Тель-Авиве сейчас, кстати, не так жарко, 29. Это очень приятно. Продолжаем. Компания, которая привозит виски, здесь можно попробовать из бочки и потом залить свой вариант. Уже бутылку непосредственно. Тут я даже не знаю, что такое. Переходим туда. Здесь представлены три израильские винокурни. Она называется винокурня Иерусалимская. Вот, с тремя видами рома. И они будут делать виски, что называется, питы. Да, он как бы... забыл уже слова по-русски. Ну, вы поняли, да? Солод, который торфяной, как бы с торфяным вкусом. Вот это их представитель. А здесь виски голландские, на голландских высотах. У них уже очень много разных вариантов виски, которые они специально продвигают специально для Леруа. У них есть виски с медом, есть виски, не виски, а это вот, вот это, что мы видим. Это, в общем, из пива сделано. Дальше бочки, конечно. Маленький ламбик. А здесь у нас представлено Кентукки виски. Это израильский тоже новый. Вот они буквально у меня взял. Я сказал, что они ну, вот через две недели начинают конкретно уже на выпускание. Здесь у него джин с гранатом. Джин. И есть виски, делают по американской системе. Американские виски. Это первая, в общем-то, израильская дистиллерия, которая будет выпускать именно бурбу. Так, проходим дальше. Нас встречает Арбек с линейкой старых изделий. И потом Лен Оранж. Лен Оранж. Дальше. На другой стороне. Дюра. Ну, комплекс бокс. Это все виски, короче, которые привозят, блендят, ставят. Также вот я даже не знаю, что это. Там вот посмотрим потом Тарискер. Тоша. Ну, все ведущие вискарни. Очень много, кстати, в этом году больше, чем в прошлом. Мое Евровидение на это повлияло. И у нас тут ИПА, да, как называют в России. Сидит. Вот так вот красивый стенд у них. Спирами. Мы наблюдаем. Вернемся к израильской вискарне. Зовут Милтон Камень.
Молоко и мед, самая большая. Вообще, сегодня. Маленький ламбик. Вообще есть бочка, которую можно наполнить непосредственно. Попробуйте и прям здесь, так сказать, бутылку наполнить. Это третья бочка 2015 года. Бочка винная. Так, Путинер. Познакомьтесь. Это главный дистиллер. Главный ведущий. Так, что у нас есть на израильском поприще? Мы видим ньюмейкинг, у них есть мужчины, специально выпущенные из ботанических стрейшей рус, вот это тоже написано. Дальше есть разные бочки, трехлетний, есть виски, есть вот там бумаги, этим уже больше трех лет. Мы видим, и все представлено, как бы линейка общая. Запомните, это сегодня популярная во всем мире, очень большая, шикарная, у него больше 5 миллионов долларов. Бахар. Так, продолжаем. Мистер. Стоят даже такой вот закус. Уже посмотрите. В этом году в первый раз у нас открылось. Можно приобрести сигары, курить. Что-то очень приятно. Начинаю с сигарами. Пол Ровис. О, сняли уже зонтик. Это мое место. С нашими тут у нас не мои виски. И здесь у нас идет бурбон. На другой стороне Джек Дэниелс. В общем, что сказать, виски, разные виды, понятно, что интересно попробовать, можно прийти за карточки, все сразу так и бухать. Наверное, вид на ровном уровне, большие цены, как большие фирмы, серьезно. Здесь явно это фирма, которая привозит кучу разных красот в Израиль, по Путина, видите, это прям... А так, и мы закончим. Красивое здание, но еще красивее. Это, конечно, мотоцикл Harley Davidson. Здесь можно, думаю, пообщаться, приобрести. Тоже впервые, на самом деле, представлено. Со 144 тысяч шекелей. Ого. Ну, можно делить так грубо на 3.6. Понять, сколько это стоит. Да, все очень красиво. Спасибо, профессионал. Вот это наш колхоз. Виски Лайф, как вы знаете, проходит. Я уже участвую второй раз. Первый раз был, мы как бы делали виски вот именно на этом оборудовании. Моего знакомого, который привозит оборудование, его зовут Эрзадар. У нас такой современный, так сказать, карелин израильского производства. Значит так, тут я построил специально фонтан, да, что называется. На французском фонтейн, да, это английском для абсента, три вида абсента. Я использую, если кто хочет, сахар сахарного тростника, а не белый. Есть вот особенная ложечка у нас. Видите, с магендавидами. Это целая история, это ложечки. То есть сделал. Так, в общем, все стандартно. Здесь мои напитки есть разные. Это не мое, действительно, из трога. А, тут есть мой джин иерусалимский, ром, это не муласа, антивиски, а, это тоже интересно. Допустим, вот это 70% риса и 30%. Так, вот интересная бутылка, посмотрите. Не, она не упадет, ничего. Вот такой Маген Давид, еврейский, короче, самогон написано. Друзья, кто знает вообще, где такое есть, там внутри сейчас уже мой напиток, но вообще вот такой бутылки я нигде не видел и даже не встречал, и не нашел в интернете. Короче, если кто сейчас на свет, вот тут еще такой рисован с клюквой, кто знает вообще, где такое выпускается, можете искать, я буду очень рад. Конечно. Так, поставили. Вот, и со мной, конечно, дальше, да, вот друзья наши, есть у них отдельный фильм будет, делают всякие вещи из фруктов. Ну, это реклама, тарелочки. Эрза, который привозит оборудование. Все, в общем, так мы стоим, люди подходят, в общем, да, народ есть, народ тусует.
Это здание озрели. Огромное. Ждем. Сегодня будет полуфинал Евровидения. Ну что, удачи России. На финале. Счастливо. Подписывайтесь.